Легенда трех одиниц. Тот самый рычаг. Как бы это ни нравилось его соперникам, уберечься от могучих ударов русского богатыря еще не удавалось никому. Вы же помните, что случилось с Тимой Сильвией. В первой части трилогии Affliction M1 Global он расправился с ним за 36 секунд. Не повезло во второй части еще одному чемпиону UFC. Белорус Андрей Орловский продержался на ринге менее чем 2 минуты. Врасплох его застал мощнейший удар в голову. Федор очень сильный и опасный боец, и победить его мечтает каждый. Даже невероятно, как такой силой может обладать человек. Свергнуть последнего императора Прайда на этот раз намерен Джош Барнетт, самый молодой чемпион UFC. Его ставит вслед за Федором Емельяненко сразу в рейтинге сильнейших бойцов. Американец называет бой с Федором самым главным в своей карьере и обещает, что этот бой будет украшением микс-файта. Кстати, одного Емельяненко Барнетт уже побеждал. От рук Джоша пострадал младший брат Федора Александр. Заявление Барнетта не лишено оснований. Убийца с лицом младенца вынослив и очень хорошо подготовлен. Педро Риза был отправлен нокаут после страшного удара. А Айвел Гилберт, не выдержав атаки Барнетта, бессилий стучал по рингу. Бой Федора Емельяненко и Джоша Барнетта, безусловно, главная битва года. Схватка на века пройдет в рамках последней серии трилогии Affliction M1 Global 2 августа в ночь с субботы на воскресенье в 5:30 по московскому времени. Телекомпания НТВ Плюс будет вести прямую трансляцию всего шоу Affliction в системе Pay-Per-View на инфоканале. Подключить услугу можно через сайт www.ntvplus.ru или по телефону 775-5620. Или отправив смс на мобильный номер 6788, указав номер контракта и номер карты, набрав решетка 516. Стоимость трансляции 299 рублей. Приятного просмотра.